Ну что ж, добрый вечер. Чего случилось такого мистического со сверхпроблемой проблемой сверхчувствительных людей? Ну, есть у меня тайное подозрение, что я, если вы не знаете, я психотерапевт Александр Данилин, и, видимо, проблема последние недели заключается в том, что я старый, но сверхчувствительный человек, и поэтому ломается аппаратура, на нас пишут жалобы, в общем, что-то происходит. Скорее всего, из-за того, что это как бы что-то вроде вечной исповеди какими только психическими болезнями я не болел. И, в общем, да, все из-за этой самой сверхчувствительности. Поэтому, наверное, вот и интернет пропадает, и, в общем, электромагнитные волны. Не хотят мне дать поговорить на эту тему. Это бесы, если кто не помнит. И это вечная такая проблема человеческая. Если ты холоден, ты ранишь людей. А если ты чувствителен люди непрерывно ранят тебя. На самом деле, если честно, удивительная штука. Вот 13 лет в радиоэфире, если кто помнит, я каждый раз мучился, когда начинал эфир. И до сих пор, когда я сажусь перед этой камерой маленькой, и вроде бы у себя дома, и вроде бы под защитой огромного количества всяких штук, талисманов и неизвестно чего еще, я все равно нервничаю, все равно переживаю, и все равно думаю, удастся мне сказать то, что я хотел сказать, или в конечном итоге не удастся. И это... Видите, ну, в общем, уже 58, казалось бы, давным-давно пора привыкнуть и к камерам, и к микрофонам. Но все время есть такое ощущение, что ты говоришь что-то, что очевидно всем, что все знают, и что, так или иначе, ты все равно я скажешь что-нибудь не то и не так. И кто-нибудь обязательно напишет какую-нибудь какой -нибудь фейк, какую-нибудь гадость на Ютубе. И я, увы, до сих пор буду долго переживать. Ну, что делать? Это, видимо, такая беда. Хотя на самом деле, да, она и до сих пор мне постыдна. Почему? Ну, потому что в годы моей юности, зрелости, всем было, да и в общем на самом деле и до сих пор, если честно, всем было всегда решительно наплевать на мою чувствительность, потому что надо было жить, переживать. И вот Кубик пишет, АГ переживают невротики. Ну да, хотите, считайте меня невротиком. В общем, суть дела же не в словах. А в некоторых, правда, очень важных для людей категориях. И вот это вот представление в последнее время, Чрезвычайно популярная в психологии западной и, в общем, по-прежнему непопулярная в нашей психологии. Я уж не говорю о психиатрии. А, на мой взгляд, вообще характеризует состояние культуры а, человеческой. Потому что, наверное, самое главное в том, что мы называем культурой, это наше отношение друг к другу. И, а, наша способность, ну, не знаю, признать или принять особенности другого. Потому что легко сказать невротик. И очень трудно понять, что за невротиком этим стоит какой-то особенный, не похожий на человека, который сказал невротик, внутренний мир видите я бы не стал застревать на словах любимого кубика потому что в общем я привык да, давно но проблема заключается в том что как ни странно мне это все равно обидно ну потому что я столько раз говорил что самая простая вещь это судить поставить на человека какой-то ярлык я и темы, между прочим, сверхчувственные люди, боюсь именно потому, что это тоже может превратиться в некоторый ярлык, оправдывающий человеческое поведение. Ну вот я, когда сажусь перед камерой, неважно, там она идет на YouTube, на какое-нибудь интервью на телевидении, в которых я когда-то давал довольно большое количество, как бы... Или перед радиомикрофоном. Я все равно чувствую вот это желание сказать что-то важное и точное. И всегда очень болезненно чувствую, что это не получается у меня до конца. Я от этого не невротик потею, страдаю. Но, как вы видите, это самое главное, на самом деле, из-за чего я все это предпринимаю, весь этот, все это обсуждение себя. Ровно потому, что... А нет другого выхода. Потому что, по сути своей, если ты чего-то такое начувствовал и надумал, то тогда тебе все равно нужно делиться как бы ты ни боялся обид, ярлыков, определений, хамства и э, всего остального, что у нас сейчас уж особенно в интернете распространено. Просто я не знаю, до каких пределов. Когда читаешь особенно всякие разные политические новости и комментарии, то такое впечатление, что единственное желание уважаемой публики – это оскорбить другого. Между прочим, если говорить о сверхчувствительных людях, то нас, нас, нас очень много – я говорил недавно о книжке Илси Сент, близко к сердцу она называется, но, конечно, главной книжкой и главным исследователем сверхчувствительной натуры была Элейн Эйрон, которая, книжка которой так и называется «Сверхчувствительная натура», так вот, она считает, что таковых натур сегодня 20%, а автор еще одной монографии о сверхчувствительных людях Тед Зеф считает, что в общей сложности среди людей которые сегодня достигли 25-30-летнего возраста, таких людей 30%. Давайте сначала попробуем определить, или, ну, я не знаю, как-то перечислить, что такое, что входит сегодня в понятие сверхчувствительную, сверхчувствительная натура. А... Это действительно повышенная чувствительность, и в первую очередь повышенная чувствительность родителям, она бросается в глаза, как чувствительность восприятия. Это молодые люди, которые в подростковом, как правило, возрасте начинают не любить яркого света, занавешивают окна, не любят громких звуков и не любят находиться в обществе, где много кричат. Это люди, как правило, если они молодые, то они в этом этого не замечают, не регистрируют. Но это люди, как правило, чувствительные к перепадом электромагнитной обстановки, то есть как к электромагнитному полю, так и к атмосферному давлению, к переменам погод. И очень часто они реагируют на перемены погоды колебаниями настроения. Вообще легкие колебания настроения, связанные с мнением окружающих, с какими-то словами окружающих и с электромагнитными условиями, наверное, есть их самое главное свойство. Эти люди, особенно женщины, но, в общем, сегодня это совершенно не обязательно. Гендерные различия все больше и больше сглаживаются. Эти люди часто плачут. И, между прочим, не потому, что они плачут не из-за большого горя и даже не из-за сильных переживаний. И это даже не значит, что им плохо. Просто они переживают все происходящее с ними очень сильно, очень интенсивно. А слезы – это такой метод, позволяющий, как вы знаете, эмоциональную разрядку. И Наверное, мужчины меньше плачут э, просто потому, что это мучительно э, не э, что это мучительно не мужское качество. А, э, они в коллективе, в школьном, в э, студенческом первыми реагируют на какие-то перемены. Когда в воздухе носится какая-то опасность, я не знаю, передвижение даты экзамена, проблемы у папы на работе, то такие дети начинают чувствовать эти перемены раньше, чем кто-либо из взрослых. И они в самом широком смысле этого слова впечатлительный. Причем это впечатление касается как Эта впечатлительность касается как общения непосредственного живого общения, так и всевозможных теорий, не знаю, концепций особенно, конечно же, мистических, философских, мировоззренческих, они с легкостью погружаются в разные всякие миры, о которых рассказывают другие люди. В частности, эта впечатлительность очень непосредственно относится к кино и к телевидению тоже. Но в кино это особенно заметно. Ну вот ваш покорный слуга подростком не мог смотреть любовных сцен. Ну, представляете, я подростком был в 75-76 году прошлого века, страшно подумать. Вот я не мог смотреть сцен с поцелуями, я не мог смотреть триллеров, я не выдерживал эмоциональной нагрузки, я уходил когда появились первые видеомагнитофоны, я стал проматывать ленту, чтобы понять, что происходит. Триллеры, ужасы всегда вызывали у меня некоторое чувство эмоциональной перегрузки. Я, между прочим, никогда в жизни, по-моему, никому этого не рассказывал. Так что вы первые, кто слышит эту унизительную подробность моей биографии. Вот, и то же самое относится к области книг. Сверхчувствительные люди, если уж читают книгу, то или смотрят фильм, то погружаются в происходящее полностью, почти переезжают в ту реальность, которая существует на экране в книге или, конечно, сегодня в компьютерной игре, например. Я эту вот эту всю категорию отношу к области впечатлительности. Из-за этого, из-за всего, из-за избыточных эмоциональных реакций на окружающие события из-за избыточной впечатлительности эти люди предпочитают работать уединенно где-нибудь в тихо в тихом месте я всегда говорил что мне обязательно нужен кабинет когда врачом работал а со всеми остальными проблемами я как-нибудь справлюсь а... Что я еще забыл? Ну, кто-нибудь может быть присоединиться. Вот Молли пишет, может быть, это подростковое, гормональное. Не знаю. Если честно, то отчасти все это осталось до моего того подросткового возраста, который вы видите на экране. Что еще мы не затронули вообще и то, что является, наверное, самым важным. Это, конечно, взаимоотношения с другими людьми. И взаимоотношения с другими людьми, <coughs> в общем, по большей части связаны со страхом другого. Опять же, Должен вам признаться про, свой, про свою седую голову, что и до сих пор каждый раз, когда ко мне приходит новый пациент, я внутренне напрягаюсь. И в общем чувствую себя букой, замыкаюсь в первый момент беседы. Ну, по той простой причине, что сейчас, когда человек начнет рассказывать, мне откроется целый мир, целая вселенная, которую я по всей видимости должен буду как-то впитать в себя и как-то на нее отреагировать. И отреагировать правильно, что на самом деле, поверьте мне, очень-очень непросто. И, то есть, конечно, я на человека, с которым знакомлюсь, я реагирую более тяжело, чем, скажем, на камеру, про которую я вам уже рассказывал. Дальше, дальше, дальше нет. Этот, конечно, конечно, я это называю работать антенной. Вот сверхчувствительные люди работают антеннами. Они как бы блестяще умеют воспринимать человека интуитивно и воспринимать его в целом. Но это дается всегда через некоторую боль, потому что всегда хочется защититься, спрятаться. Да? И, как мне кажется, популярный, лучше вот отсюда, сверхчувствительный художник Тома Шален Капера, который все время рисует людей в, не знаю, в оболочке из черепков, в защитной капсуле которая, да, вот, вот, вот так с большим трудом и очень редко взрывается, а иногда этот процесс заканчивается как-то так, то это вот про гиперсенситивность, про сверхчувствительность человеческую. А что самое главное, в сверхчувствительный профессор Михаил Михайлович Пахтин еще в 20-е годы, когда был совсем молодым человеком, когда он написал работу автор-герой в литературной деятельности. Вот. Он замечательно точно там описал, как чувствует другого талантливый писатель. А талантливый писатель ⁇ это почти всегда человек, на которого надета целая система черепков, по той простой причине, что он просто не может не быть сверхчувствительным человеком. Иначе, какой же он писатель? В общем, я думал, что сердце из камня. Что пусто оно и мертво. Пусть в сердце огонь языками проходит. Ему ничего. И точно мне было не больно, а больно так, разве чуть-чуть. И все-таки лучше довольно. Задуй, пока можно задуть. И на сердце темно, как в могиле. Я знал, что пожар я уйму. Ну вот, и огонь потушили. А я умираю в дыму. Это сверхчувствительный Инокентий Анинский, который, по-моему, все абсолютно признаки сверхчувствительного человека имел. Так вот... Михаил Михайлович Бахтин, он говорил, что человек воспринимает другого человека как большого другого, огромного другого. Этот другой, настолько больше, умнее, лучше тебя, профессиональнее, совершеннее что ты испытываешь перед ним некий трепет и никак не можешь понять, как же он, он никогда не сможет принять тебя как равного, потому что он гораздо больше тебя, умнее, чище, лучше, добрее. Это один из вариантов восприятия сверхчувствительным человеком другого человека. А второй вариант, это вариант, я имею в виду сейчас молодых людей и не очень молодых. Ну, вот, это, вот это ощущение мне хорошо знакомо и очень давно прошло, потому что я, я, я студент, я начинающий врач, а студентом я работал непрерывно там, в разных местах и... Э, мне очень хорошо знакомо это чувство Проникновение. Не просто, что человек больше тебя. Там есть у нас видео о страхах. Я рассказывал об этом древнем страхе проникновения, сейчас не буду. Вот из-за которого женщины боятся мышей, а сверхчувствительные люди опасаются. Это даже не всегда страх. Опасаются другого человека, потому что кажется, что вот он сейчас... Посмотрит и увидит все твое ничтожество, непрофессионализм, глупость, не полноту твою, пустоту твою, потому что ты пуст, а другой полон, потому что ты являешься таким чувствилищем распахнутым, а больше у тебя ничего нет. И человек вдруг посмотрит и увидит, что ты такой пустой внутри, и все, и не знаю, выгонит тебя с работы из института. Или там просто унизит, назвав тебя невротик. как бы это ощущение внутренней пустотности и хрупкости, еще раз, это свойство на самом деле вот этого самого чувствилища человеческого, которое болезненно и которое распахнуто у молодых людей этой категории. Что еще из важного? Ну, конечно же, понятно, наверное, что этих людей легко ранят, ранить. Они сами плохо переносят критику и, в общем, стараются делать все возможное и невозможное, чтобы не ранить других. Они обычно тактичны, это один вариант. Потому что они далеко не всегда интроверты, как сказал бы Юнг. Среди них множество экстравертов и как бы людей, готовых на общение. Но такие люди, в общем, предпочитают и умеют слушать. Они очень легко и хорошо годятся в такое плечо для близких людей. Или с большим удовольствием работают носовыми платками по вытиранию слез у друзей и подруг. При этом стараясь не раскрываться самим. А... Они очень боятся насмешек. Чаще всего. Хотя, кстати говоря, это не обязательное правило. Но насмешка это, если хотите, тот самый большой другой. Они просто шутки, особенно в грубоватой могут увидеть конкретный намек на то, что с ними что-то не так, и это и, и могут очень долго это переживать. А, чего еще? Как правило, я наверное забыл об этом сказать, они чувствительны к боли, у них чаще всего болевой порог. Не только эмоциональный, но и физический, ниже, чем тот, который э, э, есть у большинства людей в среднем. Да, Какие-нибудь доктора, терапевты или неврологи могут сказать такому человеку что-нибудь типа истеричка. Ну что еще? Еще, конечно, результатом вот такого отношения, такой настороженности больших размеров другого человека, они с большим трудом выстраивают межчеловеческие связи. Близких людей у них, как правило, очень и очень немного. А, поскольку им трудно раскрыться, они, когда вступают в контакт, общаются, они очень долго и мучительно пытаются разгадать, что думает их собеседник, как он к ним относится. А так как наши чувства по отношению друг к другу всегда противоречивы, то в результате они ужасно устают, поскольку периодически не умеют выделять каких-то главных эмоций, главных отношений. По крайней мере, таким людям нужно этому учиться, и им трудно. Это даже не трудности в общении, я бы назвал их трудностями в близости. Я всегда говорил про себя, что если я люблю человека, то мне с ним хорошо молчать. Мне не надо ничего говорить. И вот такие люди и стремятся найти партнера, с которым было бы хорошо молчать. С которым можно расслабиться и которому можно было бы полностью доверять. Наверное, из, из какого-то общего описания я все принципиально вспомнил, но вы можете мне что-нибудь написать поскольку по элементарным законам тут вот среди нас должно быть да тут вот я вижу 40 пользователей ну значит должно быть никак не меньше десятка <coughs> сверхчувствительных людей а... чего еще я хочу сказать важного поскольку это ведь только начало. А в действительности, что же делать? И опять, видите, я, наверное, могу поделиться своим опытом. И первое, и главное в этом опыте, что уважаемые родители, я хочу, чтобы вы понимали, что это не психическое заболевание. Потому что Склонность человека остро эмоционально реагировать на в общем незначительные для большинства события, чаще на неприятности или то, что он сам воспринимает как неприятность, приводит к внезапным перепадам настроения, очень часто со слезами. Таким молодым людям с удовольствием ставят в лучшем случае депрессию или биполярное расстройство и начинают откармливать их антидепрессантами. И в лучшем случае опять же антидепрессантами, а то и нейролептиками тоже. И самое удивительное, что такие люди очень быстро к ним привыкают. И с большим трудом любые препараты отменяют, потому что эти препараты снижают их чувствительность, правда, снижают эмоциональную чувствительность. Это, пожалуй, главное их свойство вообще всех препаратов этой группы, антипсихотиков. И вот тут наступает довольно кошмарный момент, потому что... гиперсенситив, сверхчувствительный человек живет этой самой своей эмоциональной чувствительности. Независимо от того, мужчина он или женщина. Я почему-то вспоминал сегодня вот портрет художника и жены Мире Кисти Ренуара. Ну, как бы Жан Мерре был таким типичным гиперсенситивом в компании художников Монмартра, и это очень, по-моему, отчетливо чувствуется на этой картине. Тут можно прочесть многие свойства, которые я долго и упорно перечислял. Я пытаюсь сказать, что очень важно, особенно мальчишкам, понять, что они это не их недостаток. А на самом деле это дар такой, богатство такое, с помощью которого можно работать, можно помогать людям и даже, не хочется мне этого говорить, но даже управлять людьми, потому что какая-то... Большая часть человечества, которая испытывает недостаток в эмоциях, получает их, эти самые эмоции, как продукт творчества гиперсенситивов. И получает эти эмоции, и, поскольку когда человеку эмоций не хватает, их нужно получить извне. Теперь представьте себе просто воображение, что вот этого человека, который изображен на, пол, на полотне Ренуара, мы взяли и эмоционально выхолостили с помощью химических препаратов. Он стал туповатым и равнодушным. И вы легко поймете, что на этом он кончится. Потому что в этих особенностях характера, собственно говоря, содержится смысл его существования. Это то, что мы очень часто забываем. И поэтому первое и главное, что я хочу сказать, уважаемые родители, уважаемые пациенты, это не психическое заболевание, это особенности личности, и, наверное, эти особенности личности отчасти способны спасти мир, потому что, конечно же, такие люди пытаются, как могут, привносить в, эту мир, в этот мир доброту, если их только не полечить, если вы своего ребенка узнаете, то я вам хотя бы отчасти в том портрете, о котором я говорил, о котором я рассказываю, то учтите, пожалуйста, такую вещь. Как правило, для меня, ну я так устроен, и те исследования, которые, в которых мне довелось участвовать, говорят об этом. Как правило, это дети, у которых есть Легкие неврологические проблемы, так, так называемая минимальная церебральная недостаточность. Так это сейчас чаще всего описывают в неврологической литературе. Небольшие очишки гипоксии, вызванные разными причинами и, в общем, не являющиеся, по сути, своей болезнью. Вот коррегировать тем или иным способом кислородное питание мозга, вот эти вот минимальные органические, минимальные органические неврологические поражения, это можно никак не возбраняется и помогает. А вот эм, психотропные препараты противопоказаны таким людям, как наркотики, потому что наркоманами они тоже часто становятся, просто в силу того, что ищут способы, как бы приглушить свою эмоциональную чувствительность если хотите приглушить свой дар и а, научиться чувствовать как все я честно говоря не, не думаю что это возможно поскольку но ну, я я вот напомню вам, а, это рождение Венеры. И это не Боттичелли, это Маковский. Я очень люблю эту картину и считаю ее одним из лучших рождений Венер в мировой живописи. Но дело не в этом. Я хочу сказать, что рождение Венеры и вообще... Афродита как символ человеческой души, наверное, это лучший символ гиперчувствительных людей. По той простой причине, что рождается она, как вы помните, из раковины, а не из пены морской, и как жемчужина. И, конечно, раковина, в которой изображают очень многих женских богинь, в том числе Скажем, не только Афродиту, но и Бадхисатву Гуанинь это есть символ беззащитности, ранимости, как и обнаженность вообще в мировом искусстве. Это у нее обнажены, обнажены нервы, это она чувствует вселенную. Это она чувствует Вселенную. И Венера, и эта маленькая девочка. И это делает ее богиней, а не психически больной женщиной. Несмотря на то, что, как известно, Афродита гиперсенситив. Она очень чувствительна. И, конечно, Почему я показываю картины? Потому что к этой гиперсенситивности подключается гиперсенситивность и гиперчувствительность воображения. Это, эти люди очень чувствительны к символам и знакам. Они легко обнаруживают синхронистичности и совпадения. Они легко становятся суеверными. Они легко Впитывают в себя разные, разные степени бредовости от ок, оккультные сектантские теории. Почему? Ну, потому что рационализация, это Фрейдом еще описано, это такая психическая защита. И они пытаются вот от этой вселенской чувствительности, строить, так да, как я показывал на картинах Томаша Алины Коперы, себе защиту. И прежде всего это защита из всяких разных теорий, которые, вообще говоря, они должны создавать, а не впитывать. Но их впечатлительность составляет искать опору в чем-то, что создал чужой разум, в чем-то больше. И это становится, в общем, периодически опасно. Второе, что вот первое, это впечатлительность к всевозможным мистическим теориям. которые иногда на долгие годы создают им психическую защиту. Второе, вторая склонность, второй вариант такой защиты, да, прежде всего от ран, которые наносят им окружающие люди, это вот, да, когда Кубик называет меня невротиком, она, наверное, права, но это ее способ психической защиты перед чем-то, что, по всей видимости… Имеет к ней отношение, и что она не может себе разобрать и чем пользоваться. И это не лаверды. Это просто такая моя попытка объяснить, что на самом деле такие сверхчувствительные люди очень склонны создавать окончательное или отрицательное мнение о каком-либо близком человеке, объявляя его как бы виноватым в каких-то событиях, которые происходят в области восприятия и чувствительности вот этого самого гиперсенситива. Почему это для меня так важно? Потому что это очень часто приводит к разрывам и какой-то для меня, например, самый частый, самый болезненный разрыв – это разрыв с родителями, потому что гиперсенситив, поначитавшись какой-нибудь современной психологической или это тоже очень модно и тоже, в общем, опасно, или какой-то тем более психоаналитической литературы приходит выводу какому-нибудь, что там у меня была слишком холодная мама, поэтому я все время ищу тепла. А там, а мой папа был слишком занят и тоже уделял мне мало тепла, поэтому я такая. Они приводят, как, приходят к каким-то окончательным выводам, которые, ну вот самый распространенный вывод сегодня, родители виноваты. Это, правда, ничего не объясняет, ничего не меняет в жизни взрослого человека, но человеку так становится легче. Те же самые окончатель... К тем же самым окончательным выводам гиперсенситив может приходить, естественно, по поводу немногих близких людей. Да? Не только к положительным, но и к отрицательным, поскольку вот эти самые близкие люди вовсе не всегда или почти никогда не относится к гиперсенситивам. Партнер очень редко бывает гиперсенситивным, потому что партнер нужен уверенный в себе. А уверенный в себе, неважно, мужчина это или женщина, я про партнера. Он, как правило, рациональненький и деревянненький. И тогда гиперсенситив – вообще склонный к проекциям будет приходить к выводу, что, ну я не знаю, в расстройствах непрерывных обидах трепетности его жизни виноват не он сам, а партнер, который в свою очередь такой, такой и такой. А, между прочим особенно часто это бывает, когда партнер тоже гиперсенситив и тоже все время на что-то реагирует, и для того, чтобы, смотрите, уменьшить вот эту свою эмоциональную реакцию, он в ответ пытается выдумать какую-то теорию и приписать другому человеку какие-то свойства, которых на самом деле у него нет в этой его актуальной человеческой бесконечности. Более того, так как это психическая защита, то эти выводы, степень обиды, они могут доходить буквально до уровня паранойи в самом прямом психиатрическом смысле. Потому, почему? Ну, снова потому, что это глина, которую себя человек обмазывает, это черепки, с помощью которого он защищается от обид. Что делать и как быть? Сегодня существует много литературы на эту тему. Я считаю, что, ну, опять, во многом, да, увы на собственном печальном опыте. Чего очень важно для гиперсенситива. Первое, помнить, что это дар. И что, возможно, это тот самый дар, который способен изменить мир. И, конечно же, да, в «Мастере Маргарите» и «Шуага Ноцри» он гиперсенситив. А Вся компания Воланда вполне себе рациональненькая, несмотря на всю мистичность их происхождения. Любезный, едонный. Вот. Как бы... Помните, пожалуйста, что это дар. И это дар, который при некотором развитии и совершенствовании способен приносить добро людям. Которые в ответ, как да, писал Достоевский, конечно, будут тебя ранить, но все равно ты без этих ран и без этого добра жить не сможешь. Потому что Погасить свою чувствительность, убрать ее не является выходом, поскольку при этом ты, дорогой сверхчувствительный человек, немедленно теряешь сам себя. Что является выходом? Ну, все те же три, наверное, самые главные вещи. Вещь первая. Нужно, правда, на полном серьезе учиться эмпатии. Ну, вот у нас сейчас идут по этому поводу вебинары. Я не знаю, они скоро кончатся. Но так как, в общем, увы, увы. Я, правда, принадлежу к числу гиперсенситивов, то, конечно, однозначно эти вебинары другие гиперсенситивы могут слушать, потому что... Всегда, когда я о чем-то рассказываю, я рассказываю о том, что помогало и помогает мне самому объективно чувствовать других людей, а не пользоваться исключительно проекциями и теориями. Да? Перебрасывая, как бы, это... Ну, просто еще одно описание того, что происходит с гиперсенситивом. Он считает, что другой партнер ч... должен чувствовать точно так же, как он. А если он не чувствует точно так же, как он, то он какой-то не такой, что-то замышляет и так далее, и так далее, и тому подобное. Надо избавиться от ощущения того, чего должен другой человек, потому что на самом деле это ощущение это и есть ты. И у нас там внизу на Ютубе есть видео об обидах и о жизни на зло, там два видео, и я настоятельно советую вам их посмотреть. Но не обязательно учиться, конечно, в школе Данилина, можно учиться эмпатии там, где вы можете и хотите, но это действительно должна быть учеба, обучение чувствованию и пониманию другого человека, потому что Несмотря на вашу гиперчувствительность, она мешает вам понимать другого объективно. Вы слишком много в нем чувствуете. Ну, вообще, конечно, слово объективно, я заикаюсь, это нехорошее слово. Оно не годится в этой ситуации. Обычно в книгах, вот во всех, что я перечислял, гиперсенситива, призывают к самопознанию. Я хочу сказать, что самопознание бывает разным, и мне очень помогает философия. Ну, как бы сейчас уж поздно вспоминать, что завтра у нас встреча. Мне очень помогает Платон, Сократ, античная философия. Вообще, когда я читаю что-то о великих полетах мысли, это спасает меня от приступов самоуничижения в ответ на какие-нибудь чужие оскорбления. Когда я думаю и смотрю великие произведения искусства, это очень помогает. Я хочу сказать, что для меня совершенно однозначно самопознание начинается с познания какой-то из прекрасных философий. И платонизм вовсе не обязателен, но христианская философия не менее высока и прекрасна, чем философия буддизма, он вообще философия, или философия синкретической веданты, вивикананты, скажем. Там, где вы сталкиваетесь с великими порывами мысли, они вам, как никому другому, дают силы жить. Запомните это. И хотя это не модные в наш практический век интересы, вам без них не обойтись. Третье ⁇ это собственное творчество. Вам нужно что-то делать не мечтать о том, как вы будете делать, а что-то делать. Писать роман, рисовать картину, сочинять музыку. Как бы это лучший способ самопознания, потому что когда вы сосредоточены на себе и пытаетесь привести свои мысли и чувства в порядок ради того, чтобы выкинуть их, в текст, в полотно, в звук. Вы приходите в себя и поднимаетесь над собой. Помните, вот это вот сам процесс писания, это некий процесс подъятия над собой. Потому что, когда мы пишем, даже о своих собственных эмоциях, мы смотрим на себя со стороны. Хочу вам сразу сказать, что я не раз говорил, что все начинается с дневников, но хочу вам сказать, что дневников мало. И вот тут есть для меня у нас на форуме сейчас однозначно для меня гиперсенситив по имени Молли, прошедший многие из огня, воды и медных труб гиперсенситивов. Вот. Которую спасло для меня то, что она рисовала. Как бы... Вот пишет Ирзаилай. Я человек тонкий, чувствительный, могу и по морде дать как вариант. Не, не вариант. Для гиперсенситива это точно не вариант, потому что по морде дадите, а потом долгие годы будете переживать и пережевывать то, что дали по морде ни тому, ни тогда, недостаточно сильно, слишком слабо, в любом случае, несправедливо и неправильно. Это в каких-то других вариантах подходит, а вот в варианте гиперсенситива нет. Дать по морде – это вообще процесс пробудить в себе эмоцию, почувствовать себя живым. А гиперсенситиву это не надо. Он как бы и так непрерывно в этом потоке находится. Как бы для меня вот это три главных принципа. Вы обязаны что-то создавать. Это что-то может быть всем чем угодно. Ну, я не знаю, ювелирными изделиями, бизнесом, чем-то еще. Но то, что вы создаете, должно быть для других людей, потому что в этом ваш дар. Дар большого количества эмоций это способность их отдавать и ими делиться потому что эмоции это душевное тепло помните о если ты не холоден и не горяч то изблюю тебя да а если ты холоден или горяч в общем я уж не буду сейчас целиком этого цитировать а я хочу сказать, что это, вот это обучение эмпатии, чтение, изучение великих классических древних философских систем, если вы попробуете, понимаете, дело для меня не столько в самоанализе, сколько в том, что у сверхчувствительности должна найтись некая база некая основа и как только вы к ней возвышаетесь не к этим вот конкретным приемам которые модны сейчас в психологии там делай раз делай два делай три вам нужно выше вам нужно больше, вам нужно мудрее, вам нужно возвышаться к чему-то общечеловеческому. Тогда эта эмоциональная болтанка будет существенно облегчаться. И дерзайте делать что-то самому. Вот на этих трех принципах для меня базируется помощь гиперсенситива, гиперсенситивом, сверхчувственным людям. И помните, пожалуйста, что что бы ни происходило вокруг, каким, каким бы равнодушным, черствым, расчетливым не казался вам мир, для него вы – это ровно те люди, которые могут сделать его добрее если только они не спрячутся от этой жизни с диким криком «Ой, я сверхчувствительный!» Такая опасность существует. Как бы, ну какая разница, как называется болезнь? Невроз, шизофрения, депрессия или сверхчувствительность? Все равно она позволяет остаться дома за спиной у мамок, папок, теток, стать хихикамори в отечественном исполнении. Вот это, пожалуй, самая большая опасность – взять и спрятаться от мира, вместо того, чтобы научиться что-то ему дарить. Вот эта опасность будет преследовать вас по жизни, желание уйти, и окопаться где-нибудь на необитаемом острове. Но там, на необитаемом острове, все равно вам понадобятся эти три принципа. Эмпатия, философия и собственное творчество. Потому что без него вам придется пить психотропные таблетки. Поскольку вы же гиперсенситив, Значит, чувство вины за то, что вы ни хрена не делаете, будет преследовать вас точно так же сильно. И долго в этом своем окопе, бункере, индивидуальном доме на краю света вы не высидите. Вот это самое главное. Да, я надеюсь, что этот эфир будет опубликован в России В... Во всяком случае, Саша так обещал, наш великий и могучий Алексуфа. И я надеюсь, что вы сможете его спокойно переслушать. Ну вот и помните, что если нужно, то я по-прежнему веду частный прием. И мне, как человеку с вот так гиперсенситивно устроенными эмоциями, просто достаточно отхлестать другого гиперсенситива, морально, конечно, по щекам. Так что вдруг, если понадоблюсь, приходите. Все, спасибо всем большое. Спокойной ночи. Первый эксперимент такого косвенного эфира. Дальше мы его попробуем перезалить на YouTube. Пока-пока. Удачи вам с гиперсенситивности